противник начал довольно-таки мощно, но я думаю, что мы придерживались своего плана на игру, и нам удалось забросить первыми, а это нам зачастую помогает, то есть придает уверенность, когда мы первыми забрасываем. После этого игра шла то в одну сторону, то в другую, но я рад, что нам удалось довести дело до победы. Здесь нужно было много проявить и энергии, и сил отдать, чтобы обыграть такую команду. Поэтому вот эти моменты, когда мы забили первые два гола, я думаю, что это во многом определило дальнейший ход игры.